Прежде чем мы с вами начнем сегодняшнее занятие, я хотел бы сказать вот о чем. Вопрос напрямую к нашей теме не относится, но, может, по разрушительной силе он даже мощнее, чем алкоголь. Во время перемен я из ваших уст слышал мат. И что я по этому поводу хотел сказать? Значит, ну то, что материться нехорошо, все знают, так ведь? По-другому мат называется как? Сквернословие. Что вам нужно знать, если вы дальше собираетесь материться? Или слушать мат? Потому что сам человек не матерится, а вокруг него кто-то это делает, и ему позволяют это делать. Вы слышали, была Чернобыльская авария. Вот. Что там произошло, помните? Атомная станция взорвалась, и в радиусе 30 километров из зоны вот этой вот вывезли всех. Вывезли всех жителей. Из-за чего? Из-за радиации. Что такое радиация, знаете? Итак, радиация, людей вывезли, но туда завезли ликвидаторов, тех, кто занимался ликвидацией, и туда заехали мародеры. Кто такие мародеры, знаете? Мародеры – это люди, которые, пользуясь чужим горем, выносят их вещи. Среди мародеров были цыгане. Цыгане заезжали вот эти оставленные села, города, заходили в квартиры, а тех, кого вывезли из зоны пораженной, их вывозили только с документами. Можно было брать документы и все. То есть больше ничего брать нельзя, все заражено. И вот цыгане заходили, забирали телевизоры, ковры, смотрели, все это укладывали в машины. Ликвидаторы им говорили: ребят, вы что делаете, вы больные, что ли? Те говорят: а что? Здесь радиация, ничего из этого брать нельзя, вы умрете. Они говорят: какая радиация, вы что нам чешете? Я ничего не чувствую, все нормально. Они грузили машины вещами драгоценными, вывозили, вот, не веря ликвидаторам. Через несколько лет цыгане начали умирать. Они поняли, что это радиация, но было уже поздно. Так вот, сквернословие – это точно такая же энергия, как радиация, даже хуже. Она еще незаметнее, чем радиация, но она разрушает, и ее сила, то есть, ну, как бы, подлость заключается в том, что это незаметно сразу. И самое интересное, что когда человек сквернословит, то слова, которые он произносит, они обозначают обычно что? Половые органы. Так вот, именно эти органы у человека, который произносит эти слова, и у человека, который слышит эти слова, разрушаются сильнее всего. Поэтому, если вы не хотите таких разрушений, я предлагаю вам не быть необразованными цыганами, а принять эту информацию к сведению и отказаться от сквернословия. Тогда давайте вчерашнюю тему быстро восстановим и двинемся дальше. Значит, вчера мы говорили, что в России много не пили никогда, так? Пьют много только в последнее время. Говорили о том, что за трезвость человек способен, русский человек способен за трезвость умереть. Любая информация об алкоголе – ложь. Благодаря массовому обману население заставили пить, курить. И это главная причина вымирания в нашей стране. Значит, занимается распространением информации лживой производители алкоголя. На этом они имеют 1000% навара. Об этом говорили, да? Значит, алкоголь, спирт этиловый можно сделать из пищевого сырья, можно сделать из отходов, можно сделать из нефти и даже из дерьма. В нашей стране больше половины народу работает в один карман. И главным звеном в этой цепочке является обманутый покупатель. Для того, чтобы сломать эту схему и выжить в этой стране,
остаться жить с нашими людьми, а не с иностранцами. Нам нужно чего? Нам нужно отказаться, сломать самое слабое звено в этой цепочке. Мы выяснили, что население вымирает в нашей стране, в других странах растет. И когда к нам приезжают китайцы, а вы, кстати, не в курсе, наверное, в нашей стране на 143 миллиона народу 10 миллионов китайцев живет. Да, их просто здесь не так видно. А где поближе с Китаем, на границе, там одни китайцы. Так вот, 10 миллионов китайцев. Вы только не подумайте, что я против китайцев. Китайцы – это замечательные люди. Я китайцев люблю. Но по любви они у меня на втором месте. На первом месте наши. Вот. И поэтому я хочу жить с нашими людьми. Чтобы изменить ситуацию, нужно понимать, почему народ вымирает. Главная причина – это употребление наркотиков. Алкоголь – самый опасный наркотик. Мы выяснили, значит, у нас что-то около 20 литров, а в Индии и в Китае не более литра. Чуть более литра. И единственное, что мы можем сделать, то же, что сделали когда-то индийцы, объявить сухой закон для себя. Ничего не покупать ни себе, ни другим из алкогольно-наркотических ядов. Или, по-другому сказать, принять решение жить абсолютно трезвой жизнью. Что такое трезвость? Вы помните, да? Угу. Вот об этом мы говорили вчера. Сегодня, для того, чтобы не стать наркоманом, а у нас сегодня последний урок, мы должны выяснить, как сделать так, чтобы не стать наркоманом. Для того, чтобы не стать, нужно понимать механизм, как это вообще происходит. Я вам предлагаю схему, ее лучше всего после того, как она высветится полностью на слайде, зарисовать потом. Итак, механизм возникновения наркотической зависимости всегда одинаков. Вы должны знать, потому что у вас появятся когда-то дети. Чтобы уберечь своих детей от этого, мы должны владеть как это, информацией, как это происходит. Итак, начинается все с чего? Потребление. Чтобы человек начал потреблять ядовитые вонючие жидкости, что с ним нужно сделать? Его нужно заинтересовать, согласны? Человеку должно быть интересно. В каком возрасте формируется интерес к наркотикам? Цифру. 14-15. Еще есть вариант? Девочки, вы как думаете? 12. Хорошо, давайте, чтобы не спорить, возьмем возраст, в котором интереса к наркотикам нет. Когда ребенок родился, у него есть интерес к наркотикам? Теперь смотрите, ребенок счастлив или нет? Каждый день или только по праздникам? Для того, чтобы быть счастливым, ему пить, курить нужно? Нет. Запишите, пожалуйста. Трезвость – это праздник каждый день. Итак, внимание, ребенок родился. У новорожденного интереса к наркотикам нет. Что происходит дальше с ребенком? Дети сразу попадают в окружение взрослых. Взрослые, окружающие взрослые, курят и пьют. Какой вывод делают дети? Не можно и не хорошо, а что? Интересно. Только так можно жить. И по-другому никак. Что происходит дальше? Я пришел в детский сад, меня попросили побеседовать с родителями. Жалуюсь на то, что родители приходят в детский сад за детьми в нетрезвом состоянии. Я пришел в детский сад за час до этих родителей и попросил детишек. Мне дали 15 детишек в возрасте от 6 до 7 лет. Я рассадил их в кружок, раздал карандаши и бумаги, попросил, нарисуйте, как вы себе дома представляете праздник. Все дети нарисовали стол. На столе у всех все было по-разному. Цветы, пирожные, мороженое. У всех все по-разному, а вот это у всех было одинаково. Поэтому, чтобы не перепутать, я спросил каждого из 15, что в бутылке. 9 из 15 сказали, что в бутылке пил вино шампанское. Больше половины детей в возрасте 6 лет праздника без наркотика не представляют. Они не знают ГОСТов, не были на уроках. Может быть, никогда и не узнают, так умрут от алкоголя, не узнав об этом. Но праздник без наркотика в голове уже не помещается. Итак, в 6 лет интерес уже есть. Я скажу больше. Вот этот эксперимент был 10-11 лет назад. А в позапрошлом году меня пригласили в элитный садик нашего города. На родителей не жаловались. Просто говорит, придите побеседовать. Я пришел и рассказал вот про это. Выходит заведующая садиком. Она говорит, в нашем садике сидят элитные родители. Она говорит, в нашем садике, уважаемые родители, ваши дети в ясельной группе, возраст 2-3 года. Рисовать еще ничего не умеют, но уже почти все умеют чокаться, обниматься и шататься. В каком возрасте формируется интерес к наркотикам?
том же возрасте, в котором формируется интерес к тому, чтобы ходить на двух ногах, а не на четвереньках. Итак, механизм формирования наркотической зависимости начинается все с алкогольной программы праздника. Механизм сам выглядит следующим образом. В сознании человека формируется программа, программа положительного отношения к алкоголю. К алкоголю все с детства относятся как? В смысле отрицать? Ну как никак вообще. В смысле никак? Я не понял. Вы как относитесь к алкоголю? Никак вообще. Негативно. Негативно. Смотрите, я прихожу, спрашиваю, как относитесь? Негативно. Провожу опрос, где он? Ваша анкета. Написано, пробовал по праздникам. Если я что-то пробовал по праздникам, это я негативно к этому отношусь? Не хочу петь, не хочу. Смешно, да, выглядит оно? Поэтому, если вы пробовали, отношение какое? Положительное, конечно. То, к чему я отношусь отрицательно, я не позволю себе попробовать. Итак, программа отношения, программа поведения, как себя вести. Если праздник, что нужно делать? А если, не, если праздника нету, а хочется? Нужно пить. Пить спиртное. Если не праздник, а наоборот горе, нужно. Вообще напиться надо. Нужно как в кино показывают. Помянуть нужно чем? Вот такая программа формируется в сознании человека с раннего детства. Что происходит дальше? Дальше человек начинает пить. Сначала спиртное, как правило. Употребление наркотиков вызывает что? Зависимость. Зависимость от наркотиков бывает двух видов. Какая, мы говорили? Когда ломает, это какая зависимость? Ломка. Физическая, да? И еще какая зависимость есть? Психологическая. Какая самая тяжелая? Психологическая самая тяжелая. Какая формируется в первую очередь? В смысле, бокал шампанского выпил, ломать начал? Что? Психологическая. Самая тяжелая форма наркотической зависимости формируется в самую первую очередь. С какого раза? С первого. Независимо от эффекта. Человек выпил, затошнило, вырвало. А зависимость уже есть. Попал в сачок. Итак, сначала формируется психологическая зависимость, привычка, простым словом называется. Привычка пить по праздникам в компаниях. А потом возникает у некоторых людей, у некоторых, не у всех, некоторые не доживают до этого, физическая потребность. Вот здесь человек становится алкоголиком. И есть интересная особенность, которую я заметил, наблюдая за наркоманами, которые приходят к нам в реабилитационный центр. Все наркоманы, которые к нам приходили, они, делая анализ своей жизни, пришли к выводу, если бы я никогда не пил и не курил, в жизни бы ничего другого не попробовал. То есть, смотрите, вход в наркотическую зависимость всегда начинается с алкогольной программы праздника. Программа на употребление наркотика. Голову пробивают вот этой информацией, яд полезен. А если этот яд полезен, почему другой-то нельзя попробовать? И школьники начинают пробовать что-то другое. Понятно? Сможете зарисовать стол с бутылкой и вот эти четыре детальки? Итак, перед вами механизм возникновения наркотической зависимости. У человека сначала формируется программа, потом он начинает употреблять. Сначала алкоголь, табак, а потом переходит к другим наркотикам. Это стандартная схема. И у человека возникает сначала психологическая, потом физическая зависимость. Перед вами механизм любой наркотической зависимости. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какая деталь в этом механизме главная? Потребность – это ломка. Привычка. Привычка – это пить по праздникам. Но алкоголик перестал пить или не алкоголик. Просто человек, который пьет по праздникам, пить перестал, не пил какое-то время. Ну, давайте я вам приведу пример. К нам пришел на спецкурс мужчина, он за неполные 40 лет 4 раза сидел в тюрьме. 4. Все 4 раза он говорит, я выпил и что-то совершил. Последний раз он говорит, я выпил, поругался с женой, вышел покурить, вернулся через 10 лет. Когда сел в тюрьму, он говорит, я понял, что сел, потому что выпил. 10 лет не пил, и ничего этого не было. Через 10 лет вышел, первое, что сделал? Выпил. Как вы думаете, почему? Что осталось? Какая привычка? Не было привычки, была привычка, сидел бы, пил все 10 лет. У человека осталась самая главная деталь.
Фундамент, самая главная деталь любого здания – это фундамент. Без фундамента дом построить нельзя. Если вдруг удалось построить, он развалится у вас без фундамента. Так вот, фундаментом здесь является программа. И программа в его сознании осталась. Главная составляющая программы – это ложные убеждения. Мы с вами их разбирали, помните? Мы разбирали с вами. Видно, не видно? Ложные убеждения. Вера в то, что алкоголь, табак в небольших дозах чего? Полезно, веселит, расслабляет, приносит доход, доставляет удовольствие. Это ложные убеждения. И вот на этих убеждениях выстраивается весь механизм. Человек начинает пить, и у него возникает привычка и потребность. Вот это и есть наркомания. Проблема, состоящая из четырех деталей. Фундаментом является что? Программа, которая включает в себя ложные убеждения. Мы с вами говорили, что ложные убеждения можно сравнивать с вирусами в компьютере. На уроках мы с вами выяснили, что у вас в сознании присутствуют вирусы. Помните? Доход, вы говорили, большой. Пассивное курение вреднее. Помните? Что нужно делать с вирусами? Вообще, как вы относитесь к тому, что вас облапошили? Бесит. Нужно с вирусами чего делать? Удалять. Как удалить? Антивирусник. В случае с компьютером легко. Пошел в магазин, купил или скачал с интернета вообще бесплатно. А здесь что делать? Я вас приглашаю в Магнитогорске. Бесплатно. Без регистрации. Без СМС. Скачать антивирусную программу. Когда-нибудь, может быть, не сейчас, пока вы молоды и вам, может быть, некогда, вы этого не ощущаете, но когда-нибудь то, что вас обманули, вам это дело надоест. Вы будете регулярно обнаруживать у себя в сознании поврежденные файлы, которые будут вам мешать жить. И вот когда вам это дело надоест, вы можете в Магнитогорске совершенно бесплатно скачать, установить и ежемесячно бесплатно обновлять антивирусную программу. Телефон у вас есть. Это тот же телефон, который вы записывали. Пригласите сюда ваших близких. Здесь, на этих курсах, можно бесплатно не только скачать антивирусник, но и отказаться от вредных привычек, найти новых трезвых друзей. Вот. Это по поводу антивирусника. Хочу вам еще небольшое открытие наших ученых. Вот на этом слайде рисунки детей. Ну, он здесь один. Те дети, которых я просил рисовать, вот он, стол с бутылкой. Итак, вот это алкогольная программа праздника. Так, у вас нарисовано. Стрелочкой отведите от стола с бутылкой и напишите, как называется. И чего это такое? Алкогольная программа праздника – это начало всех пороков. Начало всех наркоманий. Человеку пробивают голову информации об алкоголе, повреждают сознание, и через поврежденное место проникает вся информация о всех остальных наркотиках. Вот. Ну и сегодня я хотел бы вас познакомить с наркотиком, о котором подробно мы не говорили. Значит, наркомания начинается с употребления наркотиков. Про траву мы же не договорились с вами, да? Трава называется конопля. Из нее делают различные наркотики, например, марихуана, гашиш, анаша. Я вам хотел сегодня четыре точки зрения вот об этом наркотике представить. Четыре точки зрения. Я вам не рассказывал? Научную, медицинскую, философскую. Не говорили. Поэтому я предлагаю вам записать. Первая точка зрения научная. Звучит она следующим образом. Можете со слайда переписывать. Марихуана, гашиш, анаша – это наркотики, изготавливаемые из конопли. Действующим веществом в конопле является вещество под названием каннабинол. Каннабинол – это яд. При попадании в организм вызывает. У меня к вам нескромный вопрос. А чего вызывает курение конопли? Давайте я задам вопрос по-другому, и, может быть, прозвучит сразу правильный ответ. Готовы? Как ведут себя те, кто обкурился конопли? Неадекватно? Нет, понятно, что неадекватно. Я говорю, как? В чем неадекватность заключается?
ржут. Слышали об этом? Да. Если вы об этом слышали, то вы также слышали о том, что при первом курении конопли никакого смеха нету. Слышали об этом? Слышали. Как вы думаете, почему? Если в конопле есть смех, то человек с первого раза должен чего? Смеяться. А почему не смеется? А некоторые второй раз курят, не смеются. Почему? Внушение – это то, почему они засмеялись. А почему не смеются, я спрашиваю. Вы химию проходите? Вы смотрите, если в химических свойствах чего бы то ни было что-то заложено, например, молоток, деревянная ручка, металлический набалдажник, представляете? И вот в химических свойствах металла заложена упругость, так или нет? Металл, он очень упругий. Если молотком со всего размаха заехать по башке, что будет? Дырка будет, так они? Да. Дырка будет, Дима, дырка будет с первого раза? Да. Что смотря? Я говорю, со всего размаха по башке молотком. Будет дырка. Дырка будет с первого раза? Да. Значит, если в химических свойствах чего-то заложено, это должно быть с первого раза. Согласны? Если в химических свойствах конопли смех, человек должен ржать. Мы этого не видим. Есть в химических свойствах конопли смех? Точно так же смех можно получить, если разбежаться и удариться головой об стенку. Кстати, не пробовали? Попробуйте. Вывод какой? Наркоманы умудряются получить то, чего нету. Нету в конопле никогда никакого смеха. Значит, где удовольствие находится-то? В голове. Чтобы его получить, что нужно делать? Чего точно не нужно делать? Искать его там, где его никогда не было. В конопле никогда не было никакого смеха. Вообще наркотики для чего употребляют? Центральное слово у наркоманов какое? Кайф. Или по-русски это будет чего? Удовольствие. Если бы в наркотиках было бы удовольствие, то люди, которым делают операции, и перед операцией наркоз. Эти люди после операции вскакивали бы и бежали бы куда? Куда бежали бы? За второй дозой. Но никто никуда не бежит, и никакого кайфа на операционном столе не получает. Итак, в наркотиках нет ничего, что же вызывает курение конопли. Научная точка зрения. Нарушение психики, галлюцинации и снижение кровяного давления. Это научная точка зрения. Значит, в конопле ничего нет. Если человек вдруг засмеялся, он засмеялся почему? Потому что у него с головой не... Вы в психушке были когда-нибудь? Нет. Я был в психушке на экскурсии. В психушке есть люди, которые с утра до вечера улыбаются. Как вы думаете, почему они улыбаются? Со мной сидят. Почему они улыбаются круглосуточно? В больнице почему улыбаются? Они больные, поэтому они улыбаются. Здесь же люди здоровые, сами себя делают дебилами. Итак, это была научная точка зрения. Медицинская точка зрения вам уже практически знакома. Мы об этом говорили. Курение конопли, современных заменителей, спайсы, это синтетические заменители, вызывает большие проблемы, в том числе с психикой, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Все то же самое, что с обычным табаком, только гораздо тяжелее проходит. Всевозможные раковые заболевания, но этого лучше, если честно, не видеть. Потому что когда я эти картинки вам готовил, мне самому было на них смотреть, если честно, страшно. Это ребенок, родившийся от человека, от женщины, употребляющей наркотики. Итак, медицинская точка зрения, запишите ее, пожалуйста. Курение конопли увеличивает риск, а при возникновении тяжесть раковых, сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Еще одно предложение, давайте сюда запишем. У мужчин запишите, пожалуйста. У мужчин каннабинол снижает скорость, в скобочках, активность, движение сперматозоидов. Я думаю, что вы слышали о том, что зачатие ребенка зависит от того, насколько активен сперматозоид.
Если сперматозоид активен, он быстро передвигается, добегает до яйцеклетки, происходит чего? Оплодотворение. Зачатие. Как вы понимаете, накуренные сперматозоиды, они никуда не торопятся. И поэтому медики отмечают у травокуров проблемы с зачатием детей. Девушки, это информация для вас. Если вы, выходя замуж, хотите иметь детей, замуж за травокура не выходите, можете остаться без ребенка. Это медицинская статистика. Итак, это был медицинский взгляд, философский взгляд. Запишите, пожалуйста, арабский философ-мыслитель Абдас-Салам, 15 век. Вот этот человек 600 лет назад, проживая в арабских странах, наблюдая за теми, кто курит коноплю, сделал следующий вывод. Я предлагаю его записать. Откройте, пожалуйста, кавычки и запишите. Гашиш разрушает ум и характер посредством разного рода безумия и болезней. Те, кто говорят, что гашиш позволителен, вы слышали, нет, о том, что есть люди, которые говорят, что курение коноплей – это полезное занятие. Ну вот сейчас услышали. Есть такие люди. Это Международная лига за легализацию конопли. Наркоманы и наркобарыги всего мира объединились в организацию и стараются воздействовать на законы, смягчать законы. Вы, наверное, слышали, что есть страны, в которых курение конопли разрешено. Слышали? Или нет? В каких странах? Значит, в некоторых странах разрешено курение конопли. В некоторых не только курение конопли. Вот, например, в Чехии. В Чехии разрешили не только коноплю, там разрешили вообще все наркотики. Хотите жить в стране, где разрешены все наркотики? А хотите, чтобы ваши дети жили в такой стране, когда они у вас появятся? В Голландии разрешено курение конопли. Слышали об этом? А что в Голландии разрешено, еще разрешено из того, что везде запрещено? Голубые браки. Гомосексуализм. Слышали? Гомосеки. Вот. И есть авторитетная точка зрения, которой я придерживаюсь. Курение конопли – это признак гомосексуализма. Как проверить? Очень легко, пожалуйста. Гашиш разрушает ум и характер. Разного рода безумие и болезни. Безумие. Гомосексуализм – это же безумие. Или вы не согласны? Согласны. Итак, есть люди, которые говорят, что гашиш позволителен. Как-то в интернете я наткнулся на заметку, где было написано, что конопля – это полезнейшее растение, содержит в себе витамины, минералы, полезные вещества. Антиоксиданты. И в конце статьи написано «полезнее парного молока». Нужно давать детям с детского сада. Под этой статьей 7 тысяч человек подписались. Это обращение к президенту Путину. Владимир Владимирович, разрешите коноплю в России. И вот, посмотрите, есть люди, которые говорят, что гашиш позволителен. Вы теперь об этом знаете. Закончите фразу, да? Те, кто говорят, что гашиш позволителен, говорят правильно. Он действительно позволителен, но только для скота. Кого под скотом подразумевает Абдас-Салам? Домашние животные, коровы, быки и бараны. Им без разницы, какую траву жевать. Чем мы с вами отличаемся от баранов? Ну, я бы сказал, разум. У человека есть разум. В выборе пищи бараны руководствуются чем? Чем руководствуются бараны? Инстинкт. Инстинкт барану подсказывает, что есть можно, что нельзя. И вот смотрите, к нам на курсы по освобождению от вредных привычек приходят сельские жители. Сельские жители, когда приходят к нам и слышат вот об этом, они в один голос утверждают, что домашние животные, во всяком случае бараны, коноплю не едят. То есть инстинкт им подсказывает, что это ядовитое растение, и даже бараны не едят коноплю, а человек умудряется жарить, курить, варить. И если человек употребляет коноплю, то по интеллекту он получается чего? Ниже барана. Итак, это философский взгляд только для скота. У нас осталась наркоманская точка зрения. То, что вы сейчас увидите на экране и услышите, говорят не все наркоманы.
Есть наркоманы, которые говорят: курил, курю и буду курить. Эти люди вам правду не скажут. Наркоманы заинтересованы, чтобы вы тоже начали употреблять. Потому что им одним умирать скучно. Это во-первых. Во-вторых, 99% наркоманов так или иначе участвуют в наркобизнесе. И поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы вы тоже начали употреблять, ибо вы будете покупать наркотики с их помощью. Поэтому вам будут предлагать, причем хочу вас сразу предостеречь, предлагать наркотики вам будут именно в тот момент, когда вы этого не ожидаете. Так вот, наркоманская точка зрения. Есть наркоманы, которые вам правду не скажут. А вот то, что вы увидите сейчас, прочитаете на экране, это говорили те наркоманы, которые приходили к нам. К нам приходят наркоманы, которые от наркотиков устали. Ну, это, знаете, такой профессиональный взгляд. Они их столько употребляли, что уже мочи нету. Из нашей практики в нашем реабилитационном центре к нам пришел парень, который говорил, что в старших классах он начал курить сначала коноплю. Коноплю, потому что среди молодежи распространяется миф о том, что конопля – это, ну, не наркотик, легкий наркотик, зависимости не вызывает. Это легкий наркотик. Да, мы с вами это знаем, но в молодежной среде распространяется миф о том, что есть легкие, что конопля вообще не наркотик, раз полезнее молока, то есть вот такие вот заметки выходят, подпись собирает в России. И вот этот человек, он говорит: я начал в старшей классе, когда учился, курить. Познакомился с девушкой, курили вместе, посещали ночные клубы. Потом поженились, у нас родился первый ребенок нормальный. А потом второй, а второй ребенок родился — детский церебральный паралич. И этот человек, этот ребенок никогда не будет ходить. И вот когда родился этот ребенок, и мама узнала, что ее ребенок никогда не будет ходить, как вы думаете, какое решение приняла мама? Она приняла решение уйти из семьи. Она бросила семью, оставила папу наркомана с двумя детьми. Папе нужно отдать должное. Он, продолжая курить траву, решил воспитать детей. И вот он пришел к нам. Что нужно сказать про зависимость от конопли? Чтобы быть до конца честным, нужно сказать, что от конопли нет физической зависимости. Ломки, ну, тело не ломает, как от героина. Но вы же помните, что есть не только физическая, а какая? А какая тяжелее? Так вот, она и самая тяжелая, и есть, возникает с первого раза. И он к нам пришел со слезами на глазах. Он говорит: я не могу избавиться, я попал под двойной пресс. Первый пресс, он говорит: я не могу от нее избавиться, не могу не курить. В месяц трачу 10-20 тысяч на траву. А второй пресс, он говорит, я как руководитель, он руководитель предприятий двух. Он говорит: я разучился, потерял свою самую главную функцию как руководитель. Я должен общаться с людьми, а я не могу разговаривать. Он говорит: у меня реально высох мозг, я не могу составить слова в предложении. И он к нам пришел и со слезами на глазах говорит: помогите. А зависимости не вызывает. А человек не может перестать. Итак, вот это наркоманская точка зрения. Перейдем к вопросу, как получить гарантию от наркомании. Значит, наркомания начинается с употребления наркотиков. Из травы, из конопли делают наркотик под названием гашиш. Вот еще одно название я нашел. Слышали такое? Сейчас есть синтетический заменитель спайса, курительной смеси. И вот смотрите, вы сказали, что не хотите, чтобы ваши дети начали употреблять. Как вы считаете, какое отношение должно быть к наркотикам, чтобы человек их точно никогда не попробовал? Негативное. А у вас какое? У кого-то нейтральное, у кого-то положительное. Если у вас будет положительное отношение к наркотикам, то ваши дети, скорее всего, попробуют. Поэтому отношение должно быть негативное. И вот, когда человек говорит, что у него негативное отношение, я здесь тоже сомневаюсь. Помните, мы сегодня говорили про алкоголь? И я спросил: у вас какое отношение? Вы сказали, какое? Отрицательное, вы сказали. Вы сказали отрицательное, а сами пробовали. Итак, человек не до конца понимает, что такое отрицательное отношение. Поэтому давайте что-нибудь такое из жизни приведем, какой-нибудь пример,
чтобы вам было понятно, что такое отрицательное. Отрицательное – это когда я точно не попробую. Вот чего в своей жизни точно не попробуете? Человека убить. А если война? А чего точно не попробуете, даже на войне? Ну ладно, я подтолкну вас к правильному ответу. Говна не пробовали? Ну да, это точно. Ни во время войны, ни после войны. В смысле некоторые. Вы пробовали? Итак, смотрите, вот это яркий пример того, что такое отрицательное отношение. Не возникает желание попробовать? Нет. То есть, смотрите, не то что желание, а даже разговаривать об этом неохота. Заметили? Почему? Потому что как только начинаешь эту тему поднимать, говенную, сразу возникает какой-то коричневый запах. И поэтому не то что пробовать, а даже думать об этом неохота. Вот смотрите, к наркотикам должно быть точно такое же отношение. Если у вас будет такое отношение, то кто бы, где бы вам ни предложил, у вас будет соответствующая реакция, как на говно. Вот такая вот. Неважно кто, неважно где. Хоть, мы говорили, во время войны, хоть без войны. Согласны? Согласны или нет? Да. Как называть тех людей, которые употребляют наркотики? Говноеды. Давайте попроще, вот вариант. Говнокуры. Пойдет? Почему? Как вы думаете? Вспомните, пожалуйста, как сами себя называют те, кто курит траву? Растаманы. Смотрите. Давайте мы про вас забудем, вспомним, представим, 2026 год, у вас появятся дети. Ваши дети слышат слово наркоманы. К наркоманам отношение, Дима, какое к наркоманам отношение? Отрицательное. А теперь смотрите, слышит, ваш ребенок слышит слово растаманы. К растаманам какое отношение? Ваш ребенок услышал слово растаманы. Какая реакция? У него вопрос в голове, а что это такое? Согласны? 2026 год. Интернет будет у каждого на пальце. Ваш ребенок набирает в интернете растаманы. В поисковике. Выходит заметка, конопля полезнее молока. И адрес, где взять. Вы поняли ход событий? Хотите этого? Нет, поэтому с сегодняшнего дня те, кто курит траву, нужно называть соответствующим образом, таким образом вырабатывать отношения. Те, кто курит, называть говнокуры, те, кто об этом поет. Вы заметили, что объединяет все слова в этом столбике? На Г. Поэтому отношение к наркотикам должно быть вот на эту букву. Заметили, да? Гомосеки, говнокуры, все на Г. Если у вас будет отношение вот на эту букву и такого цвета, то я вам даю гарантию, что вы никогда не попробуете. Это Г. Согласны? Поэтому отношение должно быть коричневого цвета. Чтобы оно лучше вырабатывалось, я предлагаю посмотреть небольшой ролик. Гуф здесь при чем? При том, что Гуф поет песни про наркотики. Снова с вами проект «Околокультурные помои», где мы говорим о разных вредоносных элементах современного шоу-бизнеса, которые постоянно мелькают на экране зомби-ящика или распространяются в интернете. Это нечто временное. Лет через 10 о этих высерах никто даже не вспомнит. Но теперь они имеют своих поклонников, которых ведут к идиотизму и жизненному банкротству. Сегодня мы будем говорить о говнорэпере Гуфе. До тех пор, пока не начал заниматься этим проектом, я вообще его песни не слышал. И у меня была какая-то ассоциация с героем диснеевских мультиков. Я думал, что Гуф, он как и Гуфи. Ну, знаете, глупый добродушный пес. Но когда я послушал говнорэп Гуфа, то понял, что он ни хрена не добродушный. Самое интересное, что этот укурыш 7 лет жил в Китае. И было бы очень хорошо, если бы он там и оставался. Но из-за проблем с наркотиками, китайцы отправили его в Россию. Китайцы вообще любят отправлять к нам всякое дерьмо, которое вышибает нашей молодежи мозги. Получается, что помимо тонн химических наркотиков, еще отправили и килограмм 60 пропаганды в виде этого говнорэпера. А вы знаете, почему китайцы отправляют всякое дерьмо из своей страны?
Вы знаете почему? Вы знаете, что делают с человеком в Китае, если у него нашли не одну, а две дозы наркотика? Его убивают. За год убивают от 10 до 20 человек. И поэтому наркобизнеса в Китае нет. Вы знаете, почему китайцы такие злые? На наркотики. Не знаете? Чуть больше 100 лет назад англичане ввозили в Китай сотни тысяч, а англичане это самые коварные колонизаторы, если вы не знаете. Так как им не удалось, значит, при помощи дипломатии захватить Китай, они сделали это при помощи наркотиков. Они ввозили в Китай сотни тысяч тонн опия. И сделали миллионы китайцев наркоманами. И китайцы после этого очень злые и на англичан, и на наркотики. И поэтому они за наркоторговлю расстреливают. Правда, это им не мешает делать наркотики, выпускать. Спайс, соли. Еженедельно придумывать новую химическую формулу. В 2011 году даже мне откуда-то стало известно, что Гуф умер. Мне было совершенно пофиг, потому что он ассоциировался у меня с мультипликационной собакой. Но сам факт говорит о том, что был очень мощный вброс лживой информации для поднятия рейтингов этого говнорэпера Переростка. Вот он поет, что ему уже целых 33 года. Сейчас мне 32, смотри, на момент выхода CD должно быть 33. Половина пути позади, как ни крути, но почему-то тут не получилось даже пошутить. И поэтому ему грустно. Еще бы. В 33 года до сих пор поет дебильные песенки и курит дури. И даже если у него остался кусочек нормально работающего мозга, в чем я лично сомневаюсь, то все равно бросить заниматься ерундой он не может. Нет, залип на диване, у меня груз на кармане, он тянет, ароматно воняет. Но как и всем слабовольным людям, ему хочется, чтобы не только он был таким. И поэтому он пропагандирует наркотики, которые не только отключают мозг, но и уничтожают волю. Гуф видит, как малолетки с еще чистыми, неотравленными химическим говном головами приходят к нему на концерт, и у них на головах шапки с надписью 228. Они еще даже не знают, что это такое, но уже приобщаются к тому говну, в котором плавает их кумир. А за что Гуфа любит? За песни. Хорошо читает. Рэп прикольно пишет. А новый альбом у него нравится вам? Не знаю, я его еще не слушала, приехала послушать. А ты слышал? Да, весь послушал, отлично. Хороший, лучше, чем остальные? Ну, город дорог, конечно, лучше. А вот самый такой тоже ништяк. Видимо, он радуется, что способствует деградации великого русского народа. Это просто жизненный банкрот. Есть кто-нибудь, кто не знает, к чему эти цифры относятся? Статья за хранение и распространение наркотиков. Где находятся у этого ребенка эти цифры? А если поточнее, то в центре головного мозга. Только так они могут попасть на голову. Как это произошло? Я хотел вам рассказать одну не относящуюся к наркотикам теме, а тема музыки, с которой молодые люди не соглашаются с этой темой и... Познакомившись с этим, даже взрослые этого не хотят, ну, как сказать, уразуметь. Так вот, что происходит. Когда человек слушает музыку, оказывается, песни, информация из песен, она, минуя защитные механизмы сознания, проникает вглубь. И вот смотрите, если бы Гуф читал лекции о наркотиках, лекции, я бы ему еще денег доплачивал. Знаете почему? Потому что этого человека никто бы не слушал. А когда он поет свой говнорэп, его говнорэп, минуя защитные силы сознания, проникает в центр головы. То есть вот у этого мальчика, который, внимание, этот мальчик, сколько ему лет? 12. Ему лет 12. Он еще половину слов не понимает, но у него Гуф уже в центре головы. Сам Гуф поет эти песни. Вам понятно, что из себя представляет песня и насколько она опасна? Насколько она может быть опасна, если включает в себя вот такой смысл? Песня о наркотиках. Поэтому будьте внимательны к тому, что слушаете вы,
И когда у вас появятся детки, к тому, что будут слушать ваши дети. Получается, раз человек не понимает слов и цифр, информация проникла, даже иностранные песни, они опасны, потому что человек слов не знает, но проникают-то не слова и не значение слов, а сам эмоциональный настрой. Песня. Папа читает. Рядышком, видите, улыбается, мама стоит. Вот эта мама, она улыбается, и она значение этих цифр точно еще не знает. И пока не умеет передавать передачки в зону строгого режима. Мужику четвертый десяток, а он все стонет, как девочка со сцены о своих страхах. Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет. Наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время. Да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. И что будет еще через 10 лет? Там в башке кроме плесени вообще ничего не останется. Кстати, он сам понимает свои проблемы с головой и не скрывает этого. Как относитесь к творчеству группы Грот? А группа Грот, то есть я пытался их слушать, я там садился, брал треки, но я пока слушаю, я чувствую себя полным идиотом. Видимо, так и есть. Но как бы я не могу понять, о чем там читает народ. Очень много серьезных слов, очень да, вот такой напор, там все преподносится, так, но я вот не понимаю, о чем они. И начинаешь задаваться вопросом, неужели у него и правда в башке такое месиво? Потом думаешь, ну ладно, ему не повезло, в башке пусто. Но для кого он это поет? У них-то что, такой же бардак в голове? Это же кошмар. Почему молодежь это слушает? Давайте разбираться. Основное в текстах — это жалость самому себе и пропаганда наркотиков. Сколько я уже читал об этом, сколько еще зачитаю, я не знаю. Но знаю, что это не вредно. Меня называли конченным, терчем конкретным. Я постоянно умираю, как мне вас жалко, бедные. Белые найки, кеды, медленно по можайке еду. Парень с редами, дай мне два пакета. Бумажек нету, ну а что за бред, а пол полтора метра. И он не говорит, что так вести себя могут только говнорэперы. И то, пока их кто-то слушает. А также он постоянно просит у всех прощения за то, что он такое вот. Сказал бы, как сильно я люблю свою жену. Просил бы простить меня за то, что плохо себя веду. Мама, прости меня, папа. За кумар, прости, за запах. Дым под потолок, пепел на пол. Сынок занимается хип-хопом. Надеюсь, что я никого тут не задел и не обидел. На самом деле поживем, увидим. И это поет взрослый и, казалось бы, успешный мужик, которого пиарят в интернете и на телевидении. То есть со стороны кажется, что подобная жизнь приводит к успеху. И дети начинают впитывать подобное отношение к жизни. Ведь если посмотреть на этого говнорэпера, то он известен. Жена, ребенок. Поглядите, в интернете полно видео, где показывают их молодую семью. И у детей создается иллюзия, что подобный образ жизни нормальный и приводит к успеху. И они тоже начинают курить дурь, жалеть себя, перестают слушать чужое мнение, в том числе мнение родителей, но зато учатся по каждому поводу просить у них прощения. И это тупик, потому что не должен быть кумиром у детей слабовольный наркоман, который не может их научить ничему хорошему. И вот такие странности творятся в нашей стране. Теперь родителей за то, что они наказывают своего ребенка, могут преследовать по закону, а вот разных говнорэперов, которые разлагают молодежь и пропагандируют наркотики в масштабе целой страны, никто не трогает. Мне кажется, это нелогично. А вы как считаете? Люди употребляют наркотики по одной причине. По какой? Обман. Люди обмануты. Главный обман – это обман об алкоголе. Именно эта информация о том, что яд полезен, пробивает голову человеку, и человек употребляет сначала этот яд, а потом любой другой, в том числе и говно. Говноеды тоже начинают вот отсюда.
Итак, главная причина – это обман широких масс. По этому поводу еще Адольф Гитлер говорил, что широкие массы скорее становятся жертвами большой лжи, чем маленькой. Чем больше народу, чем наглее ложь, тем легче народу верится. Смертность, мы с вами знакомились, от всех наркотиков в нашей стране более 1 000 000 человек умирает ежегодно. Это стихотворение называется «Когда умрет последний русский». Нет, не зачитал. Русский не в смысле национальность, а в смысле все тех, кто проживает на нашей территории, потому что все у нас, мы для иностранцев все русские. Когда умрет последний русский? Увы, когда-то все умрут. Закроется тюрьма народов, Россию людям продадут. И, видя мерзость запустения, сын спросит своего отца, что здесь за люди жили раньше, и чем прогневали Творца. Отец, который видел русских еще живых, вздохнет в ответ. Бог дал им более, чем прочим. Но главный не открыл секрет. Какой секрет? Его ты знаешь? Его все знали, кроме них. Точнее, быстро забывали. До бед своих очередных. Так в чем секрет? Ну что же? Слушай, и сам его не забывай. Секрет простой. Говна не кушай. И людям тоже не давай. Сын обалдев, что, все так просто? Конечно. В том-то и беда. Простую истину бедняги не понимали никогда. Итак, у нас с вами заканчиваются уроки. Вы эту простую истину, наверное, поняли. Для того, чтобы не умереть, нужно вести какой образ жизни? Ну, а не употреблять это какой образ жизни? Здоровый. Вот здоровый образ жизни – это не совсем правильное или совсем неправильное представление о профилактике наркотиков. В качестве примера я хочу вам привести специалистов в здоровом образе жизни. Это спортсмены-наркоманы. Поэтому здоровый образ жизни – это не гарантия от наркомании. Спорт не является гарантией от наркомании. Гарантией от наркомании является, как прозвучало в самом начале, трезвость, трезвый образ жизни. И вот если вдруг вам когда-то, поднимите, пожалуйста, руку, кто принял решение на наших уроках жить абсолютно трезвой жизнью? Я приеду и проверю в следующем году. Если вдруг вам станет скучно жить трезво, я хочу, чтобы вы знали и помнили о том, что трезвыми были в нашей стране, и не только в нашей стране, многие известные люди. Например, Сергей Александрович Рачинский – это русский ученый, педагог. Иван Петрович Павлов – это первый русский нобелевский лауреат, лауреат Нобелевской премии, ученый Иван Петрович Павлов. Федор Михайлович Достоевский, который сказал, что вино скотинит и зверит человека. Лев Николаевич Толстой, мы вчера об этом говорили. Самый старый в мире хирург Федор Григорьевич Углов. Это тоже лауреат Нобелевской премии Лев Ландау, я рассказывал вам о нем немножко. Самый сильный боец 2009 года Федор Емельяненко сказал, что я не пью, потому что о русских складывается такое мнение за границей. И я не пью принципиально, потому что хочу сломать этот стереотип. Это самая дорогая купюра в мире. 1000 швейцарских франков. Эта купюра недавно вышла из оборота. Портрет человека на этой купюре – Август Форель. Это выдающийся ученый и выдающийся трезвенник. На одной стороне купюры нарисован в разрезе мозг. Август Форель изучал анатомию человека, сделал несколько открытий. Его именем назван перекрест в коре головного мозга, перекрест Фореля. Ну, с подробностями вы сможете познакомиться в интернете. Как трезвенник этот человек возглавлял самую большую, самую крупную трезвенническую организацию, которая имеет филиалы более чем в 150 странах мира. Так, ладно, ребята, осталось 15 минут до конца урока, контрольная работа. Подойдите, пожалуйста. Разберите ваши анкеты, которые вы заполняли в первый день. А кто-то не заполнял. Кто не заполнял, я сейчас скажу, что делать. Так, хорошо, у кого нет, возьмите, пожалуйста, чистый листочек. Возьмите чистый листок.
Я прошу вас ответить на два вопроса. Первый вопрос. На чистой стороне ответить на два вопроса. С какого возраста я собираюсь пить спиртное по праздникам, курить табак, употреблять другие наркотики? Укажите возраст, праздники, по которым вы собираетесь, и ваши предпочтения. Шампанское, пиво, вино. А что? С какого возраста? Записывать нужно то, что ты хочешь. Не хочешь, пиши, не хочешь. Ни по праздникам, ни курить, ни другие наркотики. И сразу второй вопрос. Я прошу вас на оставшемся месте, пишите в каждую строчку. На оставшемся месте я прошу вас написать отзыв о наших уроках. Отзыв может включать в себя ваши впечатления, что вам понравилось, что вам не понравилось. Нужны такие уроки, не нужны такие уроки. Как часто их нужно проводить или вообще не нужно проводить. Вот об этом в несколько предложений, пожалуйста, в вашем отзыве на оставшемся пространстве. Я забыл сказать про экзамен. Мы говорили, да, что-то про экзамен? Кто-то самоуверенно заявлял, что он не попадет на экзамен. Я хочу вас обрадовать или расстроить. Экзамен будет у всех, даже у тех, кто сегодня не пришел. Когда? Вот это интересная особенность у экзамена у нашего. В отличие от обычных экзаменов, наш экзамен, он необычен тем, что длится, в отличие от обычных экзаменов, он будет у вас всю жизнь. Если полученную информацию на наших уроках вы сможете применить и останетесь трезвыми людьми, то вам 5. Других оценок по нашему предмету нету. Почему? Потому что наркоману в тюрьме, в гробу, в больнице знания, полученные в школе, высшее образование, оно ни к чему. Поэтому наш экзамен, он длится всю жизнь. Длится всю жизнь, и посмотрите, трезвость – это не только праздник каждый день. А мы начали с вами встречи с того, чтобы понять, как не стать наркоманом, как получить гарантию. Так вот, гарантия заключается в трезвости. Если вы остаетесь трезвыми, у вас гарантия от наркомании. Для ваших детей ваша трезвость уже не гарантия, но это лучший пример, который вы можете дать. Трезвость – это фундамент здорового образа жизни, о котором вы сегодня говорили. И трезвость – это единственная возможность для нашей страны выйти туда, где она была испокон веков, в лидеры мировых государств. Мне очень приятно было, что я смог приехать к вам, приехать и провести с вами уроки. В вашем возрасте, как правило, над темой, которую мы освещали, не задумываются так серьезно, как хотелось бы. Тем не менее, расставаясь с вами, я хотел бы пожелать вам этого состояния, в котором все мы с вами родились, трезвости. Почему? Потому что трезвость – это единственная возможность не стать наркоманом. Я желаю вам трезвости и всего, что к трезвости обычно прилагается. Вы можете это проверить. А к трезвости обычно прилагаются успехи в учебе, в любви, в труде, в создании семьи, в сохранении здоровья. И поэтому всем вам я желаю трезвости, и чтобы это состояние было для вас таким же, как в детстве, праздник каждый день. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. До встречи. Всего хорошего. Спасибо.